Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. Сегодня у меня будет большая распаковка посылки с товарами для кухни. Заказ я сделала в интернет-магазине, который называется FISMART. Это огромная торговая площадка, где можно выбрать все от какой-то мелкой кухонной утвари до бытовой техники. В каталоге этого магазина огромный ассортимент сковородок, кастрюль, ножей, различных приспособлений, которые облегчат труд любой хозяйки. Есть товары для детей, есть даже суп. В общем, очень-очень много всего нужного и полезного. Ссылочку на этот магазин я обязательно оставлю в инфобоксе, туда загляните. Хочется также отметить, что в магазине постоянно, вот сколько бы я ни заглядывала в каталог магазина, всегда проходят какие-то распродажи, ликвидации, акции, поэтому хорошую, нужную вещь можно купить по очень-очень бюджетной цене. Друзья, рекомендую. FISMART у меня уже не первый заказ, поэтому с полной уверенностью могу сказать, что и сковородки, и кастрюли служат очень-очень долго, очень прочные. Самое главное, все изготавливается из экологичных материалов. Первое, что было в моем заказе, это набор кастрюли вот в такой вот красивой подарочной упаковочке. Коробочка идет с ручками, то есть очень удобно, если вдруг такой набор вы выберете для подарка. Значит, у меня кастрюли из высококачественной нержавеющей стали, многослойное термоаккумулирующее дно. Подходят эти кастрюли для любых плит и изготовлены из экологически чистых материалов. Вот так вот выглядят кастрюльки, их можно составлять одна в другую. Здесь три кастрюли с очень хорошим объемом. Первая кастрюля на 1,5 литра, вот такая вот маленькая, для каш, для варки овощей, яиц. Крышечки у всех кастрюлек стеклянные. Это у меня бренд Маэстро, поэтому на крышке написано Маэстро. И на самой кастрюльке тоже написано Маэстро. И что мне особенно хочется отметить, они легки в уходе. То есть они легко моются. К этим кастрюлям, вот именно к донышку, не прилипает нагар. Легко моются хоть вручную, хоть в посудомоечной машине. Очень легко натираются до блеска. К ним не пристает пища, поэтому... решила заказать сразу набор, тем более на него была великолепная скидка, по-моему, 50 или 60%. Значит, следующая кастрюлька у меня на 3 литра, вот такая вот симпатичная. Она идет в такую вот небольшую полосочку, тоже крышечка стеклянная. Ну, вот так вот она внутри выглядит. Красивая, стильная, современная посуда. И следующая кастрюлька у меня уже на 5 литров. У меня есть большая кастрюля, но она у меня вытянутая. Мне нужно было вот именно такую вот более широкую кастрюльку, поэтому набор мне очень понравился, очень классный, удобный, и ручки удобные. У набора стенки плотные, поэтому ничего прилипать не будет. Все очень и очень качественное. Далее я заказала термос, тоже выбрала фирму Маэстро, раз я уже с ней знакома, знаю, что качество великолепное. Взяла этого же бренда. Термос у меня на 1,5 литра. Вот такой вот классический у него внешний вид. Вот такая вот пластмассовая ручка. Единственное, здесь написано бренд Маэстро. Значит, здесь открывается крышка. Внутри крышки есть еще вот такой вот пластмассовый стаканчик. И что мне очень понравилось, все сделано герметично, вот такая вот колба, и мне кажется, вода не должна выливаться, даже если термос перевернуть. Горячая вода сохраняется в течение 24 часов, также термос выполнен из нержавеющей стали, высокоэкологичной. Так, давайте еще прочитаю, какие здесь характеристики. Изолированный вакуумный сосуд, прост в уходе и чистке. Но это я вам уже сказала, это действительно особенность вот именно бренда Маэстро. Чистится все легко и очень просто. Дальше, друзья, заказала сковородку. Это блинная сковорода. Смотрите, какой у нее симпатичный дизайн. Очень-очень стильный. На этой сковороде я уже жарила блины. Смотрите, я просто с моющим средством помыла дно, и оно как новое. Блестящее, без единой капли нагара. Все масло, все прекрасно отмывается. И внутри тоже очень хорошее, очень гладкое антипригарное покрытие. Значит, у меня сковорода на 20 сантиметров. Блинчики как раз получаются нужного размера. Ни один блин не комом, потому что они буквально отлетают с этой сковородки. Здесь очень-очень гладкая поверхность. Мне кажется, можно готовить даже без масла. Поэтому блинная сковородка вообще чудесная. Дальше в моем заказе был вот такой вот классный набор для кухни. Это тоже фирма Маэстро. Значит, набор из 7 предметов вот в такой вот коробочке. Давайте покажу сам наборчик. Он тоже изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Вот так вот он выглядит в собранном виде. Очень плотно, устойчиво он стоит на столе кухонном. Значит, здесь вот такая вот лопатка.
все металлическое, поэтому легко будет мыться в посудомоечной машине. Затем вот такой вот соусник. Очень мне понравился половник. Смотрите, какой красивый, стильный, глубокий. Так, дальше есть картофель и мялка. Вот такая вот. Так, с этой стороны шумовка. И вот это, я так понимаю, для макарон. Никогда у меня не было такой штучки, поэтому тоже попробую для длинных макарон, для спагетти. Вот такая вот стильная вещь. Все сделано качественно, все красивое, блестящее. Металл здесь достаточно плотный, поэтому тоже думаю, что будет служить очень-очень долго. И последнее, друзья, что было в моем заказе, это моя давняя мечта. Я заказала столовый набор. Идет он вот в такой вот красивой коробочке, очень тяжелый. Набор на 24 персоны. Значит, смотрите, коробочка на магните, то есть все это очень красиво, презентабельно. Я рассказываю более подробно, потому что вдруг кто-то захочет кому-то в подарок купить, либо для себя. То есть все это выглядит очень красиво, очень солидно. Все приборы отдельно упакованы вот в такие вот пакетики. Приборы я вам сейчас поближе покажу. Давайте сначала скажу про сталь. Значит, это опять же высококачественная нержавеющая сталь, маркировка 1810. Полировка изделий производится вручную, что гарантирует высокое качество. Конечно, это может быть отличнейшим подарком. Давайте покажу, какие здесь ложечки. Первая ложечка вот такая вот десертная. Смотрите, какая симпатичная. Здесь вот в качестве декора вот такая вот золотистая полоска. Удобная ложечка, она не длинная, не короткая. То есть как раз для красивого праздничного стола. Дальше покажу вам нож. Вот такой вот нож, очень, кстати, острый. Везде есть логотип Маэстро. Для меня это уже знак качества, потому что Маэстро мне очень понравился бренд. Могу вам его порекомендовать. Вот такие вот ложечки столовые. Они не легкие, они достаточно прочные, очень удобные для рук, поэтому я осталась более чем довольна. И вот такая вот симпатичная вилочка, смотрите, очень красивая. Друзья, вот такой вот замечательный заказ у меня был в интернет-магазине Fismart. Я всем осталась довольна, всем буду пользоваться с большим удовольствием. Товары, которые были сегодня в обзоре, они идут у меня из категории распродажи, ликвидация цен, поэтому за такое хорошее качество цены более чем бюджетные. На каждый наборчик, на каждый товар я в инфобоксе отдельную ссылочку оставлю. Если вас что-то заинтересовало, пройдите, посмотрите. Но от себя лично рекомендую заглянуть в разделы ликвидация товаров, распродажа. Там действительно можно купить очень хорошую кухонную утварь по бюджетным ценам. Также, друзья, есть еще один раздел, называется он «Фиксированная цена». Там много-много полезных мелочей для кухни по цене 99 рублей. Тоже зайдите, посмотрите, вдруг что-то понравится, пригодится. Вот на этом у меня сегодня все. Остается только поздравить милых женщин, милых дам с наступающим праздником 8 марта. Пожелать счастья, мира, любви, добра, всего вам самого лучшего. Спасибо, что смотрите мой канал. Спасибо, что вы со мной. Поэтому всех с праздником, всем большое спасибо за просмотр этого видео. Друзья, пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось. Заглядывайте в магазин. Всем хорошего настроения. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока.